Избрание блаженнейшего митрополита и священного синода Украинской Православной Церкви я недостойный призван вами постить Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Это призыв к высокому и ответственному служению в сане епископа. Ныне, предстоя пред вами, не имея чем бы хвалиться, всецело полагаясь на промысл Божий и на ваши святительские молитвы. В преддверии архиерейской хиротонии с особой ясностью для меня звучат слова Спасителя: «Без меня не можете делать ничего». Стать епископом возможно лишь по дару Духа Святаго, передаваемого через возложение рук архипастыри, а быть им – хранителем веры, наставником благочестия, совершителем животворящих тайн – возможно лишь во Христе. Это требует от архипастыря явить собой образ Христа Его словесному стаду. Поэтому основной целью архипастырского служения и является постоянное свидетельство о распятом и воскресшем Спасителе, соблюдение чистоты преподанного им учения, хранение церковного предания. Но самое главное – это стремление не только словом, но и делом быть пастырем добрым, который душу свою полагает за овцы. С благодарностью вспоминаю своих родителей, которые воспитали меня в вере, приобщили к молитве. Мое детство и юность неразрывно связаны с храмом Божиим. Частые посещения святых мест, личный пример моего отца-священника, встречи с духовными авторитетами помогли мне твердо стать на путь служения Богу. Наибольшее влияние на мое духовное становление оказал преснопамятный митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим Руснак. Его самоотверженное служение Святой Православной Церкви, защита ее каноничности являются для меня примером того, каким должен быть истинный архипастырь Церкви Христовой, который ищет прежде всего Царствие Божие и правду Его. По попечением владыки Никодима и его преемника по кафедре митрополита Ануфрия я стал на путь служения Богу и Его Святой Церкви. Свое священническое служение я нес в качестве насильника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Здесь был совершен мой монашеский постриг в честь святого апостола Андрея Первозванного, который, согласно преданию нашей Церкви, принес благовестие Христово на нашей земле. Здесь я стал священником. Здесь прошли поистине самые счастливые годы моей жизни, когда я ежедневно мог соприкасаться с богатейшей сокровищницей Православной Церкви, явленной в нетленных мощах преподобных Печерских. Здесь, в лавре, ощущается особое присутствие Божие и покрова Царицы Небесной, которые никогда меня не оставляли. Здесь я приобрел опыт общения со старцами, сохранившими традицию монашеской жизни, которая на этих святых горах непрерывно продолжается уже почти 1000 лет. Особые слова благодарности я бы хотел выразить священно-архимандриту Святой Печерской обители, блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Ануфрию, на глазах которого я имел возможность трудиться все эти годы, и нашему наместнику, митрополиту Выжгородскому и Чернобыльскому Павлу, под руководством и отеческой заботой которого прошел мой иноческий и священнический путь. Постановлением Священного Синода Украинской Православной Церкви мне определено быть викарием Днепропетровской епархии. Вручая сейчас себя в послушание митрополиту Днепропетровскому и Павлоградскому Иринею, всплывают в памяти добрые моменты, когда мой отец был секретарем его высокопреосвященства во время пребывания на Харьковской кафедре. Тогда я, еще маленьким мальчиком, имел возможность прислуживать владыке во время богослужения. Всей душой осознаю, как велика ответственность предстоящего мне нового служения. Горячо молюсь и верю, что божественная благодать восполнит во мне недостающие силы и поможет понести этот крест. Ваше блаженство, со смирением предстоя пред вами, прошу вашего благословения, ваших первосвятительских молитв, совета и помощи в моем служении на благо Святой Церкви. Уповая на помощь Божию, покров Царицы Небесной и молитвы преподобных Печерских, ныне склоняю свою главу пред вами, богомудрые архипастыри, дабы, приняв с благодарением выпавшим мне жребий, усердно потрудиться на новом куприще и войти в радость Господа своего.